Понос диас. Чего? Понос диас, сеньорита. Какой понос? Понос диас. По-испански язык знаешь? Чего? Это добрый день на испанском, глупая ты тварь. Адьос. Я сплю весь день. Резко встаю. В глазах темнеет. Стемнело. Значит, пора ложиться спать. Почему он спит под диваном? Дайте ему одеяло. Я полчаса выбираю одну из тысячи своих песен, чтобы эффектно пройти под нее 200 метров до магазина. Я обожаю свою личку с классной. Доброе утро. Опоздаю. Доброе утро. Опоздаю. Доброе утро. Опоздаю. Витек, что случилось? Меня из универа выгнали. Не плачь. Солдаты не плачут. Собака. Я случайно покупаю лицензию WinRAR. Разработчики WinRAR. Предмет русского языка идет после английского. Моя тетрадь. 20 апреля. Классная работа. Hello, господа. Я из England. Так-то ты первая начала. Хватит уже. А ты веришь в любовь со второго взгляда? Нет, потому что на первый взгляд ты не очень. Я ложусь спать. Мои ноздри. По очереди, да? Сговорились. Я надеюсь, ты про меня помнишь? Так как тебя забыть, скотина? Так выглядело идеальное утро 20 лет назад. Вспомнил, прослезился. Да, особенно Финис и Ферб, который в 2007 появился. А где американский дракон Джейк Лонг? Список знаков зодиака. Скорпион. Остальные 11 лохов, которые не вошли в Mortal Kombat. Я дева. Если вы хотите пить, налейте воду в стакан и начните пить. А не советую так делать, я однажды так сделал, когда начал дышать водой, умер. Никто. Я начинаю любой рассказ. Не помню, я тебе рассказывал уже или нет, ну короче, это торт с ничем. Когда смотришь романтичный фильм, но уже не веришь в любовь. Столкни ее! Ненавижу, когда спрашивают, у тебя было так много времени, почему ты не успел собраться? Господи, ну потому что я лежал почти все это время, что за глупый вопрос, ну... Когда сидишь в поезде и смотришь на соседний поезд, сначала непонятно, твой тронулся или соседний. Вот с кукухой то же самое. Нет, не жиза. Привет, а как переводится I love you? Не знаю, спроси у кого-нибудь другого. Блин, учите английский, в жизни пригодится. Все, больше никогда не буду тратить деньги на бесполезные вещи. Я в день зарплаты покупаю доспехи для кота. Мы соберем великую армию. Я вечером встану рано утром, искупаюсь, позавтракаю, сделаю укладку и мейк. Я утром. Да пошло оно все. Как бы проснулась и ладно, жива, а больше не надо ничего.